Поморье будет больше чистой воды. Региональную программу с таким названием утвердили на заседании правительства Архангельской области. К 2024 году 82% жителей региона должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Качественная и безопасная вода поступает централизованно в дома 64% жителей региона. Таковы результаты проведенной в этом году инвентаризации. На ее основе составлен план по строительству и реконструкции объектов водоснабжения. Программа рассчитана на 5 лет, и к 2024-му почти 93% городского населения области должны быть обеспечены чистой водой. Сельскими территориями все сложнее. Мы понимаем, что это наиболее актуальная проблема сегодня, особенно в сельских территориях, там, где у нас процент обеспечения населения и жителей, значит, качественной питьевой водой не соответствует сегодня санитарным, значит, требованиям и нормам. Поэтому очень актуальный проект. За 5 лет на реализацию программы «Чистая вода» будет направлено 2,6 миллиарда рублей. Основная часть – 2,5 миллиарда из федерального бюджета. Поучаствует область, муниципалитеты и даже внебюджетные источники. Пока программу готовили, выяснилась потребность включить в нее пункты по строительству и реконструкции еще 23 объектов. А это почти 700 миллионов на проекты и строительные работы. С учетом наших предложений мы строим сейчас разработанный проект правила, где, по которому федеральные деньги можно будет направлять на разработку ПСД и также и на реализацию существующих концессионных соглашений. Но пока эти правила проходят внутреннюю процедуру согласования в Минстрое России. Всего в программе 118 мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на территории 21 муниципалитета. Наиболее значимыми признаны работы по модернизации водоочистных сооружений в городах Котлас, Вельск, Няндома, в поселках Коноша, Плесецк, Октябрьский и Березник.